Насчет двух миров и того, что может случиться, просто безумие. Ты половины не знаешь. Поэтому вы все так отдалились. Отчасти поэтому, да. Джордан, почему ты мне не рассказал? Я хотел, но это не всегда мое решение. Но я справлюсь. Что бы ни было, я справлюсь. Сара? Пошли. Нам нужно домой. Ладно. Боже мой. Бегите. Что ты делаешь? Ты не можешь. Бегите! Это явно не к добру. Точно. Ты не навредишь моей семье. А что ты мне сделаешь? У тебя нет сил. Сынок, ты не обязан это делать. Ты же не такой. Скоро я и правда стану другим. Ну, как и все мы. Кроме тебя. Какая ирония. Да? Будь мой отец жив, вы бы могли слиться. Ты мог бы его исправить. Сделать его цельным. Но раз он мертв, и тебе жить незачем. Ответь мне! Ты ее видишь? Подтверждаю. И просто смотреть я не собираюсь. Видимость отличная. Цель захвачена. Попробуй впитать это. Ты попал! Папа? Папа, отвечай! Давай, поборись хоть немного. Оставь его в покое. И что ты сделаешь? Заплачешь? Медлительный в обоих мирах, дед. Ладно, иди сюда. Вот так. Звони в Минобороны. Они ни за что не успеют. Вы правда не понимаете, да? Все уже кончено. Вы проиграли. Ты жалок. Прошу, отпусти его. В порядке? Сзади. Пожалуйста, папа, я знаю, ты слышишь. Папа! Натали, блокировка твоего костюма отключена. Но мои сенсоры засекли нападение суперлюдей в данном районе. Джордан! Джордан! Джордан!